На 30-м километре Волоколамского шоссе тотальная проверка. Каждый автомобиль и мотоцикл останавливают сотрудники ДПС. Цель мероприятия – убедиться в трезвости водителей. Все в порядке, не принимали? Все ничего? В порядке. Никогда не пьем. Все, удачи вам, счастливо пути. По статистике, в стране только в прошлом году в ДТП по вине нетрезвых водителей погибли 4000 человек. С 2019-го ужесточилось наказание за аварии, совершенные под шофе с жертвами. Теперь за это грозит до 15 лет лишения свободы. В Красногорском отделе ГИБДД и 11-м спецбатальоне говорят, рейд «Нетрезвый водитель» по-прежнему актуальное оперативно-профилактическое мероприятие. Через сито, скажем так, наших сотрудников проходит очень большое количество транспортных средств. Тем самым мы даем водителям понять, что каждый в определенный момент времени в неожиданном для себя месте может подвергнуться проверке на состояние опьянения в данном случае. Тем самым мы добиваемся простой цели создания в сознании водителя недопустимости употребления спиртных напитков. Короткий разговор, документы в порядке, водитель может ехать дальше. За 5 часов проверку прошли 300 водителей. Нетрезвых обнаружено не было. А вот ремни безопасности пристегивают не все. Но это тема другого рейда госавтоинспекции.